Копе не всем всегда так интересно. А, что снимают? О боже! А, кино, кино! Это Копенгаген. О! Ну что, готовы ехать? Свой старенький елик я разбил, но в Копенгагене не важно, на каком ты велике, главное, что ты на велике. Поехали. Порнография. Давно я так не ездил. А, Копенгаген на велике. Слишком светло сегодня. Хорошая погода. Погода вообще отличная. Копен всегда жив. В этом году вообще нам с погодой повезло. Давай, толкай. Я сегодня подрабатываю велорикше. Велорикше. Личный. Я сильный. Я могу. Главное, блядь, свои длинные ноги подальше засунуть. Блядь, я тебе доверяю. Тормоза придумал трус. Паркуем прямо тут, паркуем прямо там. Паркуем прямо там. Стоит, не падает. Двигайся, блядь. Это Вестерпорт. Ну что, это наш поезд. Поедем. В Копе не всем всегда так интересно. А, что снимают? О боже! Кино, кино! Вагон для велосипедов. Выходит по расписанию. И ты наебался, где открывается дверь. Я наебался на сторону выхода. Тут надо просто знать, с какой стороны будет выходить. Сюнхаван. Нам нужно вон туда. Вечер, хорошо. Да. Еще очень классно то, что здесь выводит на циферблат, когда будет следующий автобус. Итак, 10-й автобус будет через 6 минут, а нам надо 4-й, а не 3-й. Слушай, подстава. 6 минут что? Не, нам надо 4-й, а не 3-й. Здесь 4-й А не ходит. И что делать? Ну, придется проехать. Четвертый? Да, нет, да, да, нет, да, да. Да. А, оса, оса, оса. Практически пустой автобус. Час пик, час дня. Час пик, час дня? Час пик, да, час дня. Ну вот, вышли с автобуса. Осторожно, машина. За ним. Осторожно, машина. Бабуля, которая поворачивает, да. Не врубает, вообще охуя. Это бабуля, кстати, ехала. Была тогда на остановке, когда мы садились в автобус. Она ничуть не медленнее, чем автобус оказалась. Нарушаем. Так, нарушаем. Моральное поведение российских туристов в Дании. Скат. Налоговая. Сия КГБ. Сия. Сия Дэнич КГБ. Скат. Налоговая. Вован сейчас докурит. И мы зайдем вовнутрь. Как во всей Европе, в общем-то, в Англии, в Германии, везде, все у них решается то ли по телефону, то ли по почте. Это какая-то очень интересная тема. В Латвии не так, в Латвии все только персонально, лицом к лицу.
Так вот, чтобы поговорить с агентом, надо позвонить, договориться, объяснить свою ситуацию и потом прийти. Ну вот, нам дали часы рабочие, номер телефона. И нельзя открыть собственное самозанятое лицо без CPR-номера. Чтобы получить CPR-номер, надо работать. Чтобы найти работу, нужно еще очень много всяких документов. Короче, это не так легко, как кажется. Но у нас все получится, и все будет хорошо.